В минувшую среду Дворец культуры предоставил свои подмостки юным танцовщицам, устроившим красочное представление. На сцене разворачивались самые разные сюжеты и даже детективные истории. Тайна, но нет никакой тайны в том, что сделала отчетный концерт хореографического отделения Верхнесалдинской детской школы искусств таким ярким и незабываемым. Ученики отделения – дети талантливые и трудолюбивые. Для того, чтобы завоевать любовь зрителей и высокие оценки жюри на разного уровня конкурсах, они трудятся ничуть не меньше, чем над учебниками перед экзаменами. Что касается наших достижений, могу сказать, что огромное количество дипломов, завоеванных на самых разных престижных конкурсах – областных, всероссийских, международных, в этом году было перевезено нашими ребятами-хореографами. Но я хочу обозначить одно из самых, наверное, важных достижений – то, что наш хореографический ансамбль «Карусель», ему было в этом году, в этом учебном году, в ноябре 2016 года присвоено звание «Образцовый коллектив». Это, конечно, огромное наше достижение. Они молодцы, я их поздравляю от всей души. Кроме успехов в хореографии, у танцевальных коллективов школы искусств есть и материальное приобретение в минувшем учебном году. Это более 120 новых костюмов. В том числе их и демонстрировали юные артисты. Поддержать и поздравить мальчишек и девчонок пришли их мамы и папы, самое главное – зрители. А отчетный концерт для ребят не менее важен, чем региональные конкурсы и фестивали. Ведь именно на таких концертах виден творческий рост и навыки, которые приобрели за весь год. И этот рост, конечно, оценили все зрители концерта, во время которого исполнители подарили залу массу радостных эмоций и тепла, которым, увы, нас не балует нынешняя весна.